Харе Кришна, дорогие преданные. Наши поклоны примите, пожалуйста. Вот наши волонтеры. Это Мадина. Она у нас в Дмитрове живет. Вот, очень часто приходит, готовит просад, помогает. И вот с радостью упаковывает книги Шрилы Прабхупады. А это Элла. Инстинктище, да. Она вот тоже вдохновилась приехать к нам. 2,5 часа ехала. Вот, доехала. Мы ей очень рады. И она узнала вот о проекте откуда? Телеграм. Телеграм, вот, представляете? Работает, это работает, да. Вот. Дай Бог будет нам еще приезжать. Мы ей рассказали, что у нас здесь в Дмитрове есть, бывает на Махаты. Вот, мы встречаемся здесь периодически. Но сейчас у нас такой акцент пока на упаковку. Вот книг вот, упаковываем. Поставка вот почти уже собрана. Вот, чуть-чуть осталось. Вот еще сколько книг пришло. Вот. Очень много книг пришло. Вот там у нас стоят книжки Бхагавад-гиты. Пожалуйста, преданные, приходите. Упаковывайте. Вот. Книги Шрилы Прабхупады. Вот. Может, Элла, что-нибудь о себе расскажете чуть-чуть? Ну, мне очень приятно. Давно не общалась с преданными. Я очень-очень рада этой встрече и рада такому служению. Сегодня долго добиралась, но все-таки добралась. Да, спасибо. Да. Да. Буду по возможности стараться приезжать. Будние дни, Махату. Угу. Всем привет. Мадин, вы что-нибудь скажете? Стеснительная моточка. Говорит, что очень, очень мне нравится здесь служить, упаковывать книги. Здорово. Спасибо вам большое. Скажите, приходите, пожалуйста, помогайте. Да, да, вот. Это такое благо, тем более сейчас. Ой. И Шримад Бхагаватам, объявление Шримад Бхагаватам. Будут тут праздники, поэтому это очень благостно для нас, для всех. Все, Харе Кришна. Спасибо вам большое, девчонки. Спасибо.